только золото, но оно проклято. Проклято, проклято, проклято. Черт, надо спрятать его. Ну уже, девочки, 10 минут, не больше. Тебя внесли в черный список, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? Да как? Надолго? Пока не обзаведешь. Вы тут впервые, сэр? Я иду в Дом Цветов. Если вы, головорезы, что-то задумали... Мадам Сяо ждет вас, сэр. Я вас провожу. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лес. Что дышит? Я тоже не слышу. Иди посмотри. Я иду в Дом Цветов. Если вы, головорезы, что-то задумали... Мадам Сяо ждет вас, сэр. Я вас провожу. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лесу. Не волнуйтесь, сэр. Немногие могут позволить себе билет в Дом Наслаждений, мадам Сяо. Друг другу так, как вы, мужичье? Мне сказали, что я буду инкогнито. О, да, сэр. Конечно. Опять заклинило. Надеюсь, ты не ждешь от меня помощи? А, нет, сэр. Защита от любопытных глаз дорого стоит, сэр. Что дорого, это точно. Проклятый город. Вы тут часто бываете? О, добрый вечер, сэр. Это вольно! Что это за клака? Ой, кто это сделал? Лучше брать.
Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Олдейли, от воды так не воняет. Все дерьмо сносит ниже, да? Жизнь его. Эти звуки меня пугают. Здесь, внизу, безопасно? Это только эхо, сэр. Если бы это было что-то еще... Я не зря нашел. Не говори мне об опасности. Я бывал в доках. Я заболеваю. Я это чувствую. Мы вас ждали, сэр. Позвольте ваше приглашение. О, приглашение? Ну да, конечно. Оно у меня вот тут. Черт, я его, наверное, куда-то засунул. Неважно. Сэр, мне жаль, но мадам Сяо-Сяо настаивает на секретности. Без приглашения нельзя. А вы не могли сказать об этом до того, как я спустился в эту преисподнюю? Поберегите дыхание для пути наверх, сэр. Рекой пахнет даже здесь. Крысы повсюду. Это я. Thank you.
там что-то есть, верно? Наверное, крысы шуршат. Сволочи. Кажется, у меня зуб шатается. Спина совсем разболелась. Эй, мне показалось, или кто-то двигался? Че? Двигалось? Вроде. Умирающие нищие собаки в клетке. Кажется, у меня зуб шатается. Можно начать с покоев, мадам. Заодно набью карманы, если я там никому не помешаю. Кажется, я узнал своего кузена. В маске ему гораздо лучше. О, как жестоко. Расскажите про вашего кузена. Ты избегаешь моего взгляда. Эй, Сьюзи, ну ты же знаешь правила, мадам. Товар руками не трогать. Ну, может быть, после смены. У тебя есть план? Зажму конец и попрусь домой, как обычно. Я заболел, точно знаю. Как хочется есть. Ведерко для Обиума почти пустое. Поможешь мне? Я пока вожусь с напитками. Я подойду, как закончу. Целая куча опиума. Загрузите в насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслонки. Мадам говорит всегда заглядывать под маски. Но они такие паранойи. Хорошо, когда они засыпают, не закончив. Так их легче нарисовать, это точно. Я уже 5 недель не видела лорда Ван Вернона. Все нормально. К богачам мрак не пристает. Меня беспокоит его сердце. К
каждый раз, когда он видит меня раздетой, мне кажется, что он отбросит концы. Ты не видела герцога Торберна? Мадам платит премию за добавки. Так я бы его досуха выдоила. У него еще сестра в сокровищнице. Если ты выдаешь что-нибудь из Торберна, придется стирать простыню. Но здесь его занудный дружок Горацио, как там его? Это уже третий, кто хотел, чтобы я играла дешевую шлюшку. Ох, бедолаги. Дома в грязные игры не поиграешь, а по-настоящему на улице они боятся. Ненавижу обслуживать лорда Роберта. Там просто не с чем работать. Ах ты, бедняжка. Я слышала это, как гладить черепаху. О, я это запомню. Никогда не любил эту заразу. Притуплять свои чувства опасно.
смотрю, у тебя сегодня два новых цветочка. Да, персик и нерали. Они хорошие девочки. Я ожидаю, что это отразится на твоих взносах. Но ты уже поднял налог в два раза в этом квартале. Сейчас всем тяжело. На улицах сущий ад. Будет жалко, если торговля опиумом встанет из-за проблем с доставкой товара по этому адресу. Сегодня вечером я все приготовлю. Хорошо. Я пока тут отдохну за счет заведения. Мне что-нибудь молочное и сочное. Я позову цветок Жасмин. Жасмин уже старовато. Я хочу помолоть. Бутончики не работают с клиентами напрямую. Ты же знаешь. Ты не выполнишь мою просьбу. Налоги я заплачу. Но правила действуют даже для тебя. Жасмин все исполнит в наилучшем виде. Пусть постарается. Приготовь все, что надо. Я буду в номере Калибри. Что же тебе еще глотку никто не берет? Я возьму.
происходит что-то странное. Я сам найду тайный ход, о котором говорила Сяо Сяо. Он где-то здесь. Посмотрим, что прячет в этом доме шепотов.